Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Измен. Сегодня у нас... Ухо прям! Четверг! Да, друзья, сегодня четверг, и сегодня весь день мы торчим дома. Скажем вам по-честному, далеко не утро, далеко не утро. За это время успели Алиска сделать хумус. Хумус. Печеньки овсяные, все это дело мы покушали. Мы теперь иногда завтракаем печеньками овсяными, потому что это то же самое, что каша, только запеченная, можно сказать. Да, плюс еще орехи, там мед, все это вместе. Банан, да. Вот. Попили молоко, кстати, сегодня попробовали... Рисовое. Да, рисовое, но оно ванильное. То же самое, что соево-ванильное. Абсолютно. Ну, почти. Ну, почти, да. Есть, конечно, нотки другие. Да. Так вот, погуляли с Барником. Я весь день читаю вообще просто. Я уже весь интернет, по-моему, перешагиваю. А я весь день мудохуюсь с Windows'ом. Родителям переустанавливаю на буки винду. Господи, боже мой. Как же это все? Я давно с этим просто не сталкивался. Уже, ну, это... Ну, там еще такой... Честно скажу, с Маком попроще. Ну, там еще компьютер без чего, там видеокарты. Там... Да, ну, он старенький, да. Ну, короче, там много чего всякого. Вот. Вообще попроще, когда все лицензионное, тогда все попроще. Вот так скажу. Даже не то, что с Маком, просто на Маке, ну, только как бы... Нет, просто потому что мы работаем, и нам это нужно обязательно. И да, нельзя, чтобы что-то косячило. Поэтому как, у нас, например, стабильненько. Да, ну, как, например, компьютер дома, который стоит стационарный. Просто зависает и все. Ну да, да, он просто умирает частенько. Короче, Алиска сегодня смотрела чего? Блендеры? Блендеры. Я, короче, хочу блендер, который стационарный блендер, такой типа стеклянный стакан. Кувшин, туда короче. Такой... Да. И я не понимаю, в чем различие. Если даже мощность одна и та же, например, есть блендер, там, я не знаю, Philips какой-нибудь за 3000, и, например, там, Борг или Берг, как говорится, там, за 17, за 20. Ребята, если у кого-то что-то такое есть, вы уж скажите, в чем отличие. Наверное, все-таки лучше за 20. И... Хотя не знаю, нет, но это очень дорого. Одна из сегодняшних новостей. С блендером все понятно. Мы выпустили, Checkout выпустили сингл. Сингл «Не путай меня», он уже в сети, он ВКонтакте, на iTunes скоро появится. Так, для коллекции просто с меня дистрокит, на котором я сижу для iTunes, сдернул за следующий год еще денег, абонентскую плату, и решил воспользоваться этим и выложил сингл туда тоже. Вот, так что в Google Play и в iTunes тоже появится. Плюс выложено приглашение, так что завтра это вы еще успеете увидеть до концерта. Так что, ребята, 30 октября, пятница, бар Борода, приходите на концерт, пожалуйста, если хотите послушать гранж, либо хотите с нами увидеться, сфоткаться, там, что-нибудь подписать, ну, или просто пообщаться, в общем, вопросы позадавать. Вот так вот, все, хватит, 3 минуты уже, базарим. Кажется, я победил это дело, я установил винду 7-ю обратно, здесь стояла 8-я, установил 7-ю, потому что... Многое, что под этот компьютер не заточено, то есть драйвера под 8-ку не заточены для его встроенной видеокарты, из-за этого все картинки, все вытянутые разрешения никак не поменять. Может быть, как-то можно, но я ведь не знаю, поэтому проще было откатиться на 7-ку. Вот вам сегодняшний Барник. Он что-то ходит, просит. Что ты просишь? Что ты ходишь? Что ты хочешь? Я спросил тебя, но ты ведь не ответишь мне, бродяга. А чё отворачиваешься? Барни, ты чё отворачиваешься? Барни, Барик, а где косточка? Косточка, где косточка? Возьми. Ау, ты своими клыками там поаккуратней. Он еще и, смотрите, левый пытается меня атаковать. Иди отсюда. Я говорю, иди отсюда. А я говорю, иди. Давай. Все, отстань. Фу, забобрил. Забобрил, положил и все. Коровка на льду. Еще как коровка это. Да. Так и живем, так и работаем. А теперь идем кушать мандаринки. Дело в том, что сейчас на часах, ребят, сколько там? Да уже дофига. 3 минуты. А, так уже 30-е.
Уже 30 число, и сегодня будет концерт. О, Господи, я уже начинаю волноваться. Меня всегда волнует. Да, даже когда пустой зал, все равно волнительно. От этого еще волнительнее, когда пустой зал. Я надеюсь, конечно, пустого-то зала не будет, потому что очень много друзей должны прийти. Тишка. Родители уже спят. Идем есть мандарины. Пойдемте уже. Я работаю еще вот столько. Сейчас бы всю пачку съел. Просто всю пачку. Почему там, дороже там, да, намного? Да, дорогие. Ну, да, короче, все-таки мощность и обороты в минуту. Но я так и не нашла хороший блендер. То есть, по отзывам я смотрю, все как бы так, не особо. Мне нужен прям очень мощный блендер. Чтобы весь мир замолоть. Чтобы орехи молоть. И чтобы пользоваться этим каждый день. Потому что в отзывах я посмотрела, что хватает на месяц, но максимум на полгода, если орехи молоть. И то не каждый день. Берешь за 17 тысяч блендер, он тебе через месяц ломается. Да. Ты такой, о, нормально. Да-да-да, поэтому, блин, я даже не знаю. Если знаете такой блендер, ну, вдруг, напишите в комментариях. Да, чтобы 2000 там где-то было. Да. Ну, от полутора хотя бы. Хотя бы от тысячи. От тысячи, да, со стеклянным этим. А то да, все какие-то они... пластиковые. Да, и пластиковые, прикол в том, что там пластиковые трескаются. Ну, понятное да, дело, все, вибрации как... всякое да, такое, да, и там отлетают что-нибудь, те же орехи ломаешь. Да. Ладно, друзья, сегодня у нас очень домашний влог, сегодня очень много работы, сегодня очень долго сидела за буком. Алиска, кстати, построила квартиру нашу уже в Печабе. Ну, я построила квартиру, но я почти что-то делала кухню, да? Да, да. Но мы вам будем показывать, наверное, когда уже все будет готово. Когда чтобы... мы в квартиру попадем. Нет, в смысле, я имею в виду твою 3D-модель, когда ты все сделаешь. Покажем. Еще прикол в том, что на MacBook'е рендер не делается. Да, понятно. Нет, ну мы прям так с экрана, поверьте, мне там камера. Ну, да. Когда, в смысле, все я уже расставишь. Я понимаю. Вот. А, ну, в квартире, понятно, как попадем, естественно, снимем. Мы сами посмотрим. Да, да, сами-то не видели еще ничего. Вот, ладно, все, друзья, не забывайте, что концерт 30 октября, пятница. То есть уже сейчас, вот в этот день, потому что сейчас 1:50. Все, увидимся с вами завтра. Приходите, в общем, на концерт, ссылка в описании. До завтра. Покена! Hi, my name is Michael. I watch the fight club and many different pictures.